Это новости ОТС, и мы продолжаем. Играть в футбол и заниматься научными открытиями. Все это смогут делать ученики в новом корпусе лицея имени Лаврентьева в Академкратке. Возводить здание начали год назад, и вот уже этап отделочных работ. Сегодня на месте стройки побывала наша съемочная группа. Лицей номер 130 работает в две смены. В сентябре закончит строительство нового корпуса. Туда переедет начальная школа. Более 500 человек. Кроме учебных классов, новое здание примет кружки и секции, которым сегодня разместиться негде. Я очень хочу, чтобы поскорее построили футбольную площадку, потому что я очень люблю играть в футбол. И футбол, и баскетбол, и теннис – все это будет. В новом комплексе два спортивных зала, просторный концертный зал, кабинеты для занятия музыкой и даже бассейн. 10 метров в ширину и 25 в длину. Всего должно получиться 5 плавательных дорожек. Правда, глубина тут будет небольшой, менее 1,5 метра. Безопасность превыше всего. Особая гордость лицея – лабораторный комплекс, который займет весь 4-й этаж. Там, под руководством ученых из Института ядерной физики, лицеисты будут проводить лабораторные работы и создавать научные проекты. 6 лабораторий – это химия, физика, биология, IT, робототехника и гуманитарных исследований проектов. На закупку оборудования только для одного лабораторного комплекса потратили 70 миллионов рублей. Общая стоимость проекта – более 750 миллионов рублей. То, что здесь будет новое оборудование, то, что здесь будут новые возможности, конечно, это изменит отношение жителей, отношение родителей к образовательной организации. То есть откроются новые горизонты для развития. 2 года назад реконструкция лицея стала стартовой точкой программы «Академгородок 2.0». Александр Шпак, Алексей Погудин, новости ОТС.